истории не только нашего университета, а всей Оренбургской области, когда учреждение, находящееся на территории Оренбургской области, получает такую премию. Для нас это действительно такое грандиозное достижение и признание значимости нашего университета в его работе на территории всей Российской Федерации. Я желаю вам, чтобы те знания, которые вы получили в университете, вам пригодились. Мы позиционируем наш университет как центр науки, образования, культуры. Все же являемся совокупностью каких-то качеств и в большей или меньшей степени себя проявляем. Становление университета в качестве регионального центра привлечения талантливой молодежи. Я жду ярких номеров, замечательных эмоций, в первую очередь, от них. Вот именно такого настроения хочется сегодня и себе, и ребятам. Тепло, светло, и здесь работают люди, которых ты любишь, и они любят тебя.